Доброго вам времени суток. А для тех, кто следит за местами линии обороны Москвы, то именно вот эта дорога идет на Малые Семёнычи, откуда вышли немцы на Кубинское шоссе, повернули левее и пошли наверх на Головеньки. То есть приблизительно здесь двигалась немецко-фашистская армия. Вот у нас там домики видны. Это Малые Семёнычи. И непосредственно за этой деревенькой Кубинское шоссе. То есть раз справа позади меня там находится деревня Иневка. Сейчас мы перестроимся. Опа! А слева, вот приблизительно куда я направил камеру, там находится деревня Головеньки, в принципе, от которой ничего не осталось. В одной из книг было упоминание, что когда военные остановились в деревне Головеньки, остался там только один дом, в котором находился пожилой мужчина. Ну, там трагически описывается история его судьбы. Ну вот военные его накормили. Ну а до этого описывается такой момент, когда в машину, если я не ошибаюсь, полковника, адъютанта, пошел взять съестные запасы, то начался обстрел, и ровно в машину попал снаряд. Водитель остался чудом жив, потому что он в этот момент из машины отлучился. Ну а мы въезжаем в деревню Малые Семёнычи. Мы ее еще не снимали, но часто с Иваном Андреевичем тут проезжали. Конечно, тоже много изменилось за сколько лет? 10, наверное, да? То есть сейчас слишком все быстро меняется. Не успели снять одно, так уже это место и не узнать. Да, Иван Андреевич? Вот. Ну, а нам остается только, опираясь на исторические данные, представлять развитие событий с 1 по 4 декабря 1941 года. Немцы наступление хотели начать раньше, еще в 20-х числах ноября, но у них откладывалось, откладывалось и откладывалось все больше и больше, вернее, все дальше, дальше и дальше. Сейчас мы с вами доедем до Кубинского шоссе. А сегодня у нас 1 августа 2021 года.
Деревня-то, кстати, достаточно большая. Почему-то мне она раньше казалась поменьше. Так, ну и вот у нас сейчас уже появится Кубинское шоссе. Ну и вот Кубинское шоссе, а слева наверху находится деревня Головеньки, вот там вот наверху. О, ГАИ в гору пошло! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Товарищ полицейский! Какое грубое нарушение! Мяч вне зоны игры! Шучу. Ну, в общем, от истории к правде. Будем, спасибо вам большое за просмотр и до новых встреч!